Цветные стекла, выложенные в искусный рисунок, подсвеченные изнутри, создают атмосферу роскоши и праздника, вечного праздника. К этому стремились владельцы квартиры, где расположен наш новый проект. Пространство площадью 84,8 квадратных метра в жилом комплексе «Итальянский квартал». Владельцами квартиры является молодая пара, у которых все впереди, и свадьба, и дети, о которых они задумываются уже сейчас. А пока они наслаждаются жизнью, и название жилого комплекса, в котором находится их квартира, отражено в их образе жизни, присущем всем итальянцам Dolce Vita. Над обеденным столом мы разместили подвесной светильник LED Bubbles Clear, представляющий собой стеклянные пузырьки. Видимо, так наши дизайнеры представляют себе пузырьки, поднимающегося со дна бокала с шампанским. Для напольного покрытия гостиной мы выбрали керамогранит Onyx Rainbow индийской фабрики Stonex Tiles. Кухонный фартук мы предложили обшить натуральными мраморными слэбами, привезенными из Италии. Наши заказчики – довольно активные люди. Их страсть к движению и активным видам спорта дизайнеры студии «Белик» выразили в настенном панно, украсившем основную стену гостиной. Вдоль рабочей зоны кухни мы расположили потолочный витраж, который освещает ее и украшает пространство кухни и столовой, создавая праздничное настроение, особенно ощутимое, когда погашены все другие источники освещения. Наверное, вы часто обращали внимание на эффектные потолки в интерьерах эпохи Возрождения, барокко или классицизма. Они состоят из как будто вдавленных прямоугольных или квадратных ячеек, которые называются кессонами. Сейчас кессоны нужны не столько для украшения свода, сколько для расположения в них встроенных или подвесных светильников. В данном интерьере мы инсталлировали в них точечные светильники Searchlight. Над банкеткой мы поместили два симметричных бра Cave Smoky в золотом покрытии. Метод инсталляции деревянных плашек паркета одинакового размера под углом 35, 40 или 60 градусов друг к другу получил название французской елки. Для реализации рисунка мы использовали французский паркет Lagarde Parquet из коллекции Charlotte. Освещение и настроение в ванной комнате создают встроенные светильники модели Aret европейской фабрики Conlux. Эффектную стену над ванной мы создали с помощью индийского керамогранита коллекции Maricella коричневого цвета. Чтобы усилить игру и блеск мраморных поверхностей, в потолочные молдинги по периметру ванной комнаты были вмонтированы светодиодные ленты. Мы уже рассказывали вам о том, что пара только планирует свадьбу и будущего ребенка, однако планируют они основательно. Мы создали детальный интерьер детской комнаты, которая подойдет ребенку любого пола и будет меняться по мере его или ее взросления. Мы абсолютно уверены, что будущего владельца этой комнаты будет радовать светильник Bear коллекции Anzasa, как он радует остальных малышей и наших дизайнеров, которые превращаются в детей, проектируя комнаты для маленьких заказчиков. Дизайнеры студии «Белик» расположили в детской все функциональные зоны для развития малыша – отдыха, игровую, рабочую. Также в комнате есть полноценная система хранения для одежды, книг и игрушек. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании под этим видео. Мы выбрали для напольного покрытия гостевой ванной комнаты также керамогранит индийского происхождения под названием «Волнат», воплощающий в себе природный оникс, имитирующую древесину ореха. Интерьеру ванной комнаты особое место мы выделили для чешских стеклоблоков Brilli Bronze Wave, которые создают как функциональную перегородку, так и впечатляющий декоративный эффект. Для стен ванной комнаты мы предложили керамогранит испанской фабрики Ацтека коллекции Колоката, имитирующий натуральный золотистый итальянский мрамор. Каждый уголок пространства должен работать. Для этого наши дизайнеры тщательно изучают все возможности комнат, размещая в них как можно больше функциональных ниш. Мы предлагаем нашим клиентам останавливать свой выбор на сантехнике со скрытой инсталляцией, чтобы использовать верхнее пространство под ниши и шкафчики для хранения моющих средств. Отдельный кабинет в квартире – это уже не роскошь, а реальность нашей жизни. Мы использовали площадь 3,6 квадратных метра для создания отдельной рабочей зоны.
Пространства оказалось достаточно, чтобы поместить в нем рабочий стол с комфортным креслом, подвесные полки и софу для отдыха. Зону отдыха кабинета украсила бра-акцент фабрики Imperium Light. Мебель для гардеробной комнаты, спроектированную индивидуально нашими дизайнерами для этого проекта, удалось реализовать с помощью материала тирольской компании Egger, известной качеством производимой древесины. В центре потолка гардеробной комнаты мы разместили накладной потолочный светильник Eglo, создающий стабильный теплый свет. Хозяйка квартиры коллекционирует обувь, для которой мы спроектировали удобные полки со скрытой светодиодной подсветкой. Открытые балконы, лоджии и террасы требуют более тщательного отбора материалов, который должен учитывать длительное воздействие на них внешней среды. За напольное покрытие террасы отвечает украинский производитель Tardex, коллекции которого классик в цвете венге мы предложили для этого пространства. Мы сделали все, чтобы создать на террасе ощущение загородной жизни. Для этого мы разместили дикий камень на ее стенах. Этот материал мы часто используем для фасадов, коттеджей и домов. Многоуровневое освещение террасы создают бра и встроенные в реечный потолок светодиодные трубки. Вытянутая по горизонтали форма квартиры позволила нам создать справа от главного входа изолированное пространство для будущего ребенка со спальней, игровой и рабочей зоной. Слева находится помещение для взрослых, спальня, гостиная и открытая терраса. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и живите красиво!